Тревожные новости из Левашинского района. Селевым потоком унесло автомобиль, в котором находились два человека, мать и сын. Вероятно, авто унесло в Казикумухское Кайсу. А в районе села Купа смыло грузовую газель, в которой, по предварительным данным, находился мужчина. Автомобиль найден ниже по течению реки Казикумухское Кайсу, а вот о судьбе водителя пока ничего не известно. Организованы поиски трех пропавших, в них задействованы и местные жители, около 500 человек.